его захватывает в 330 году Александр Македонский. Поэтому мы в этом городе с вами, в этом дворцовом комплексе, увидим разные постройки разных царей за время династии Ахаменидов. Что успел построить Дарий Великий у себя в этом дворцовом комплексе? Он построил дворец Ападана, это дворец для торжеств, и частный дворец Тахара, то есть когда он приезжал, где он находился со своей семьей. Остальные дворцы были построены позже при других правителях. Ворота были построены при его сыне Ксерксе. То есть добавлялось что-то новое, потому что каждый новый царь обязательно хотел построить в этом дворцовом комплексе что-то свое. Очень на территории Ирана